20 июля 2015 года, вот пришли заморожкой. Все нормальные люди уже давно собрали, рынок был полный в этом году. А мы все никак, машина сломана, никак. Ну, думали, все уже. Ну, все равно пошли, да мало ли, там что-нибудь вдруг будет. Вот пришли в лес, на болото, вот, и опа, о, стоят ягодки. Решил сейчас поснимать, потому что потом буду усталый, как обычно во время усталости. Ничего не хочется делать. Сейчас по свежими силами сниму, покажу, как она вот растет. Вон ее сколько. Правда, уже все микушки. Но, с другой стороны, самый вкусный вариант. Вот, когда не надо ее ни дозаривать, ничего. Прям взял, ешь. Ароматная, вкусная. Прекрасно. Вот. А лес, болото вот такое сосновое. Сосенки как бы маленькие, но вот опытные люди говорят, что вообще-то этим соснам очень много лет. Они просто растут очень так слабо. Ну вот, вот чтобы корзину не потерять, я поставил ее на дерево, чтобы издали было видно. Вот, яркая ведерко, чтобы тоже не потерять. Вот, и вот куда глаза глядят, все стоит. Морожка сюда, никто не ходил. Вот, вот. Это 20 июля 2015 года.